Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Лада Калина 1118 2010 года выпуска. Двигатель 8-клапанный 1.4, по-моему. Пробег на автомобиле 114 тысяч километров. Проблема в следующем. Говорит, заводится плохо, приходится гонять, когда запускается, работает какое-то время, потом начинает протраивать, мощности не развивает, если педаль газа нажимаешь, говорит, несколько раз вроде как расходится, потом опять протраивает, обороты падают и все, глохнет. Свечи менял, провода менял, дроссель мыли, говорит, но ничего не помогает. Говорит, посмотрите что-нибудь, может, получится определить. Поднял, посмотрел, решил проверить давление на рампе. И все. Тут все стало практически ясно. Говорит, ну на насос мы даже подумать не могли, потому что в прошлом году его меняли, новый ставили. Сейчас открою капот, покажу. Хозяину можно сказать, чтобы пробку сюда купил, иначе форсунки забьются из-за грязи. Вот с этой стороны есть. Вот так у него еще и золотник не держит на рампе. Сейчас продую его, поставлю. Вон здесь золотник идет без резинки. Он просто подкусывает. Золотник продул. Сейчас открывается, закрывается полностью легко. Ставлю его на место, потом перепроверю его. Вот такая приспособа мерить давление. Сейчас упаковку покажу. Топ-ауто какое-то, номер 13531. Измеряет давление масла, написано. А здесь измеритель давления топлива. Включаю зажигание. Удивительно. Удивительно, этого не было. Машина постояла, остыла. Давление накачало, показывает больше 3,5, как должно быть. Но когда я его заводил, оно еле-еле до 2 доходило, а потом начало понижаться. Ну, заведу сейчас. Что тут гадать? Она и завелась хорошо, и наоборот, она сейчас будет реагировать нормально. Пусть поработает, посмотрим. Давление стало понижаться.
пошло вниз опускаться. Такое впечатление, что насос нагревается и перестает додавливать, когда он работает, а совсем чуть-чуть постоит, остынет и вроде бы, как говорится, давит нормально, а потом он начинает работать и все, давление понижается, вообще резко пошло вниз, как давление ближе к единице начнет троить. Как заглохнуть, если не прогазовать. Все. Ну, все, что тут гадать? Тут гадать уже нечего. Лезу в бак. Снимаю, вытаскиваю насос и меняю. Сейчас пока давление есть, тряпочку подложу. Откручу разъем. Золотник однозначно надо менять, он не держит. Заодно сразу его сейчас заменю. Что я там говорил, золотник металлический. Он точно такой же обычный золотник. Здесь резиночка только по наружному уплотнению. Иду, открываю сзади, поднимаю задние сиденья. Вообще нету никакой ни защелки, ничего. И вот он, лючок, вырез, скажем так, в паласе. Крестовая отвертка. Пробку в бензобаке приоткручу, давление сброшу.
Камеру сейчас по-другому переставлю. Немножко обдую пыль. Ну, все, под низ ушло. Этим прикрыть можно полотенцем любым прикрыть. Снимаю разъемы питания. Ну и открываю вот эту гайку против часовой стрелки. Тазик приготовил. Вытаскиваю насос. Посмотрел, хомуты стоят, да, действительно, меняли, уже не на горячую садили трубку, а на хомут. И я, к сожалению, трубку тоже не взял, поэтому также посажу ее на хомут, на горячую садить не буду. Снимаю разъем с насоса.
снимаю второй разъем. И разъединяю. Удивительно, как они его собрали. Сетка снизу, а он к ней прижат. Хотя сетка чисто, все там чисто. Насос горячий, просто горячий. АТС. Фирма АТС. В принципе, и насос-то не такой плохой. Что пошло не так, непонятно. Новый насос фирмы Weber. По заказу он FP453 идет. Здесь идет фильтр, переходная проводка, если куда-то надо. Насос сам. Но фильтр я менять не буду, потому что тот чистый стоит. Хотя, с другой стороны, если фильтр есть, чтобы его не заменить. Может быть, клапан здесь уже редукционный, что-нибудь начал выеживаться. Ну, только догадываться остается. Сейчас поставим новый насос и посмотрим, как он себя проявит сразу. А по сетке он видно, все чисто, но я ее заменю. Снимаю вот эту колбу. Есть немножко грязи, но немного. Правда, здесь сеточка-то другая. Здесь от 12-й сеточка, не 10-й получается. Встанет она туда, не встанет. А оно туда не встанет. Поэтому оставляю я родную. Сейчас продую ее. Так. И защелкиваю насос. А защелки-то и нету, чтобы насос защелкнуть. Похоже, ее сетку я защелкнул, камеру не включил, показываю. Сетку я защелкнул, насос вставил на место. Защелкиваю вот эти три фиксатора, четвертый отломан. Ну, что, одеваю. Как это у нас, вот так вот будет. Так вот.
Надеваю на место шланг. Шланг одел и затягиваю хомут. Одеваю разъем. И одеваю верхний разъем. В принципе, все. Иду устанавливаю в бак. Опускаю насос, потом вставляю вот эту резинку. Все, резинку вставил и насос прижимаю. Все, крышку закрыл, одеваю разъем. Здесь пока не закрываю, потом посмотрю на подтекание. А сейчас иду, прикручу обратно измеритель, манометр и включаю зажигание, проверю, какое давление. Включаю зажигание. Три сразу подняло. Насос заработал по-другому.
Так, здесь у меня все сухо. Запускаю двигатель. Четыре очка держит. Даю ему поработать, проверяю. Заодно смотрю сзади. Здесь все сухо. Ну, можно крышку закручивать и опускать сиденье. Давление стабильно держит. Пусть поработает минут 5, пока с манометром. Двигатель уже и прогрелся, я сзади крышку закрутил. Давление стабильно стоит. Никуда не девается, ни больше, ни меньше. Единственное, при перегазовке только немножко понижается. Колебания незначительные, но все продолжает нормально работать. Так что, вот таким образом проявляет себя бензонасос. Хотя стоял новый. Чуть меньше года или чуть больше года, хозяин сказал, он отработал. На этом все. Замену бензонасоса я произвел. Всего вам доброго. А чего, все, еще не все, поторопился убрать, чтобы снять измеритель. Я сливаю топливо, чтобы оно не бежало на коллектор. Здесь сбоку клапан, откручиваю его, и он с системы сбросит давление. Ну, там немножко еще в шланге сейчас у нас подтечет. Откручиваю. Ложу тряпку, чтобы на коллектор не капало. И запускаю двигатель, заодно смотрю, золотник побежит, не побежит. Даже запускать не надо, просто зажигание включу. Все сухо. Закручиваю колпачок. И на этом все. Теперь все. Всего вам доброго.